максимально задействовать потенциал страны и работать на благо государства. Таков лейтмотив общения президента с профессионалами из IT-сферы. Александр Лукашенко обещает дальнейшую поддержку развитию IT-сферы в стране. Об этом глава государства заявил сегодня, посещая в Минске компании, работающие в сфере высоких технологий. Президенту доложили о работе IT-компаний и их перспективных разработках. Александр Лукашенко заверил, что со стороны государства и впредь будет оказываться необходимое содействие, в том числе в части принятия необходимых нормативных правовых актов. Вместе с тем белорусский лидер подчеркнул, что одним из основных требований является прозрачность и законность процессов с точки зрения ведения бизнеса и вопросов налогообложения. Минск и Тель-Авив выходят на новый уровень двустороннего сотрудничества. Импульс придаст нынешний визит в Беларусь правительственной делегации Израиля, которую возглавляет министр Алии и абсорбции страны Софа Ландвер. Дипломатические отношения между странами установлены четверть века назад. Весь спектр вопросов двустороннего взаимодействия будет обсуждаться в Министерстве иностранных дел Беларуси. Также пройдет совместное заседание Белорусско-Израильского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству. Минск входит в топ-3 городов для путешествий россиян с детьми на весенние школьные каникулы. Для семейного отдыха россияне также выбирают Прагу и Таллин. В столице Беларуси туристы планируют потратить на семейный отдых в среднем 4000 российских рублей в сутки. Туристы отмечают, что Беларусь привлекает их в первую очередь гостеприимством и качеством услуг.